Блин. Дальше. Shoot Teletubbies. Ну это про персонажи. Берут анимацию этого. Все, кроме вот этого чувака в сомбреро. Или наоборот. Здорово, чуваки, с вами снова я, Говник, и мы опять играем в игры Dendy Sega. Но на этот раз у меня целиком полностью видос посвящен хакам на Hogan Solay. Потому что, чуваки, я подумал, да камон, зачем мне разные версии потом смотреть, если можно сразу же их всего-то сколько, по-моему, 8 штук, да? 7 штук. Вот. Первый хак Бестариан. А почему я стрелять не могу? А, потому что в настройках надо. Так, input. Вот. На втором джойстике геймпад. А надо запер. Все, закрываем. И стреляем. Наверное, по животным не стрелять, а по каким-то там. Браконьерам стрелять. Вот он, браконьер какой-то. Хотя обезьянка выглядит как. Полицейский, имею в виду, у нее, вот видите, у нее какое-то такое вот хитрая улыбка. Так, ну это скучно, чуваки, на самом деле, вот это. Может, Ctrl-R? Нет, это неинтересно. Тут интереснее будет. Тут поинтереснее будет. Главное не стрелять ни в кого. Ну как ни в кого, а в этих. В животных не стрелять. А, ну да, скорость-то Dendy, естественно. Сейчас в этом догадался узнать. Это легко, это изи. Пью. По размеру сразу понятно, что у них не надо стрелять. Как бы животные маленькие, а типа браконьеры, они. Не браконьеры или как их. Как вообще их называют? Гангстеры. В оригинале, тут, по-моему, в оригинале так и будут называться. Гангстеры, да. И сейчас я. Причем, да, тут бесконечные ошибки. Поэтому тут хоть вечность можно играть в это. Во всех падает стреляю и ничего не делаю. Как бы. Давайте вот ради интереса мы сейчас перемотаем до третьего раунда, например, не до третьего. Ну, если вот так вот.
Короче, а тут, ну что тут заменили бутылки? Контроллер, а почему я... А, вот, могу убирать. Не бутылки, а как банки. Банки это какие-то... А, так вот, я не посмотрел, типа, как тут называются эти персонажи-то. Раскал, раскал, раскал. Чил, чил, чил. Ну, ждехи. Что такое раскал? Сейчас мы прям в прямом эфире посмотрим это все. Раскал. Как там еще раз? Раскал. Раскал. Мошенник! Ну, понятно. С чего мы будем пользоваться этим переводчиком? Но в целом все это лучше удалить. Но мы не будем это удалять, потому что как бы просто интересно. Вот кто тут есть кто? Ну вот, теперь дети и какие-то бомбы. Вот сразу давайте в гейм 3 зайдем, что будет в гейм 3. Какие-то птички. Тут бесконечная игра, вы понимаете? Игра бесконечная. То есть... Спрашивается, зачем я это все скачал, типа, если, типа, ух ты, ящики какие-то, вот это тут переделали нормально так. Так почему, ну ладно, типа гранату кинули. Ладно, вот хоть что-то переделали на самом-то деле. На складе на каком-то, типа, находимся. Ну блин! Вот это было сейчас подло. Блин, я не в него! Чё за херня? Я стрелял сначала в динамит, а потом... Ой, дебил. Явочку подстрелил. Ладно. Бывает. Что больше игра? Ай-яй-яй. Угу. И все. Ладно, идем дальше. Динозавр в баллы. Тут же хотя бы над музыкой поработали. Кэт, панда, жираф и динозавры.
хотя бы саундтрек подменили. Да блин! А чё, выбрать нельзя? Голову динозавра. А, ну видите, перекрасилась. Из нее как банка стала, я не знаю, как это работает. Ну и так далее. Надо стрелять, чтобы начать. Типа на старт нажимаю, ничего не срабатывает. Что за хрень? Ctrl-R. Бляха, что за херня? Вот это что такое сейчас было? Погрузка уровня какая-то или что? Да, от них чипа остаются, ах, похрен. Херня. Это жираф. Да, что-то какие-то глюки они получаются. Тут еле видно, что там был динозавр, да вообще пиздец какой-то. Чё за глюки с этой игрой? А почему кроме жирафа больше нет никаких мирных персонажей? Это панда, скорее всего, да, там никто, там не важно. А просто промотать не буду, я сейчас играть в это. Майо аллей, ну, как бы так все понятно. Кто будут, типа, наверное, кинуть Валуиджи. Ну вот, Варио. Неплохо так за Майо тебе мент.
А Луиджи просто какой-то профессор. Так, сразу же смотрим, что у нас. Вау, монетки. А как монетка приземлится, мне вот интересно. Оригинально приземлится. Естественно, мы выбираем вариант Б, потому что вариант А, он такой себе. Просто подстреляем маленько и все. Пью. Боузер. Вот Боузер победил, все, я молоток. Дебил, они все одинаковые, блин. Хотя похрен. А теперь промахнулся. Вы-то курсора не видите, так что я не знаю, как там. Хотя... Все понятно там. Так. По-моему, у меня даже сиськи есть, да? Или мне кажется. Тут ничего интересного на самом деле во всех этих играх. Вот. Если там... Тихо, музыка изменена, то это уже нормально. R&B... О. Какая-то непонятная хрень, змея и... Какая-то непонятная хрень. Какая-то непонятная хрень, пингвиненок и какая-то непонятная хрень. То ли собачка, то ли чё кто, я не понимаю. Чё это такое вообще? Чё это такое? Опять эти глюки, ну, ненавижу. Будем играть, плохо. Испытаем свою удачу. Это кровавая собака или что, я не понимаю. Кошечка или кто там, я не знаю, мирный житель или кто, не знаю. На самом деле, тогда получается это все хрень, если тут бесконечные... То есть, понимаете, тут проиграть нельзя, это такая же бесконечная игра, как Battle City. Хотя, возможно, тут... на самый последний уровень какой-то супер быстрый. Хотя тут очки, по-моему, тут обнуляются, если... максимальное набрать количество там, сколько это получается. 999 999 набрать, то возможно, когда миллион будет, то сбросится. Но это не стопроцентная вероятность. Я на... И чё? Чё, ну всё зависло? Зашибись. А я обратно теперь вернуть не могу ничего. Зашибись!
Че с игрой? Блин. Хотя похуй, у меня же бесконечные жизни. Бесконечные ошибки. Идем дальше. Shoot Teletubbies. Ну это про телепузиков что-то. Хотя тут на превьюхе какие-то зеленоволосые девахи. Непонятно, кто это, что такие какие-то. Понятно какие-то. А, ну это дети. Телепузики! Это мошенники, ай-яй-яй-яй-яй. Да, такое складывается ощущение, что это маньяки, педофилы какие-то. Ну-ка. А вы еще на педобира гнали. Солнышко. Ну-ка, надо. Ну вот аккуратненько сейчас. Сделать так, чтобы. Ну-ка. Да! Вот что это за херня непонятно. Короче, опять выбираем. Потом второй. Ну, кстати, вот это то же самое, что, блин, и. Как это называлось? Бестиан. Сразу же попал в ребенка, блин, дебил! Просто. Дебил, не дебил. Понятно. На самом деле, это все херня и ничего интересного тут нету. Шутер, экшен, 1, 3. Если это кому-то покажется интересным, то как бы. В принципе, да, но. А почему это дети, если это. О, это же обезьяны из. Это ковбои какие-то. А вот это же обезьяны из. Маугли. Книга джунглей, которая на Денде. Вот, а вот раскра. Да блин! Почему через раз срабатывает кнопка Select? Это что ж такое? Что за херня вообще? Когда летит, долетит. Какой-то шарик непонятный. Ладно, убираем второй этот и стреляем во всех подряд. Ну, не во всех, а, блин, во всех ковбоев. Это мирные жители. Так. Тут тоже размер решает, типа обезьянки маленькие, а вот ковбои большие. Причем ковбоев немножко из этого. Из Вильдганмана перерисовали. Вильдганман, ну, Вильдганман. Не знаю, что такое Вильдганман, сейчас вам покажу буквально 5 секунд. Где мне, кстати, пройдено, наверное. Где? В многоигровках, наверное. Значит, есть в одном? Да! Вот Вильд Ганман. А чё за херня? Ну хотя бы видно, ну чуваки, вот примерно. Понимаете, да?
И, кстати, да, тут понятно сразу, видите. Тут, когда на одного, против одного, то тут как бы один экран. А когда против двоих, то как бы разделили экран специально, да. Как 3D, блин. Ну-ка, если, кстати, сбросить. Сколько тут вообще? Будем листать, пока не найдем нормальную версию. Хотя мы, скорее всего, ее и не найдем, да? Ну-ка. А то слышал, тут где-то можно найти. Ну, кстати, вот Минка нас, или Папай, например. Пробуем. Вон как он. Да, тут типичная маригровка с разными уровнями. То есть начало с разного уровня. Ааа, и сразу меня этот сраный Марио уебал. Тут типа. Ну-ка. Вот тут чё. Ну да, но тут всегда. Допустим, пишут stage 9, а мы все равно будем начинать всегда с этого чувака. Скрипты не позволяют там начинать с какого-то другого уровня. Только с этого чувака с палкой. Вот, Wild Gunman, например. Берем этот Wild Gunman. Все равно такие вот Gun Game. Gang Game, не Gun Game, как в КСке. Я стреляю и не могу попасть в него, что за пиздец? Ах ты ж сука! А тебе это хардкор какой-то, чуваки! Я не могу его убить! Ёб твою мать! Как это работает, блядь? Я не могу... И всё, я потом... Чё за блядская версия, блядь, а? Пизда блядская. Хоган Солей также, да, Дак Хант... Что с игрой? А ну тут, кстати. Нет, тут все нормально. Так. Хоган Солей вроде тоже все нормально, хотя нет, не совсем. Тут вот эта вот херня, то мне не нахожу я в ней что-то нормально. Блин, почему я сбрасываю, если тут можно загрузить сохранение, как бы. Вот Wild Gunman. Вот как бы. А все равно на два экрана разделили, а зачем? Фу. А что будет, если меня подстрелят? Ага, экран становится оранжевым, но все равно пополам разделили эту надпись You lost. Это бред какой-то, чуваки, почему у меня так загрузилась игра? Это вообще нормально? По-моему, вообще не нормально, нихера. Это не то. Пройдено, ну-ка. Так, 3 в одном, это не... 4 в одном. Ну, ты уже догадываешься, как на самом деле, типа, камон, это же не так должно быть, все. А, кстати, а где, кстати, оригинальный-то? Оригинальный. Ты чё? Ага, это тот самый. Ну, подожди-ка, может тут Wild Gunman есть? Ну-ка, есть Wild Gunman? Или нету? Как на сельт? Да ладно! Ага. Папай. Теннис. А Wild Gunman, походу, нету, да? А, вот он, Wild Gunman. 51-я. Ну-ка. О, вот так уже должно все выглядеть. Не только... Так, я сейчас попробую в ганг поиграть и посмотреть, что будет, блин. Сразу со старта его убиваю. Видимо, хардкорная версия какая-то. Забагованная, я не знаю, чуваки. Вот это вот, которая была на многоигровке твой.
1200 в одном. Не понимаю, что за прикол был. Вот. Только тут персонажи берут анимацию этого. Все, кроме вот этого чувака в сомбреро, они все берут анимацию этого самого первого чувака, вот этого клана. Вот видите, у него так, такой же... Вот видите, в черном он умирает. Вот он тоже умирает так же. А вот это да. Умирает как надо. Вот, видите. Как бы заморачивались. Очень хорошо заморачивались. Ну тут понятно, как бы он похож, но в целом... Вот, видите, был в оранжевой какой-то... куртке, а стал... белый. Сейчас чувака в черном поставят сюда. Вот этого чувака в черном. Вот он, видите, окрашивается. Вот неправильно. Разработчики просто охеренно как заморочились с этим. Всех переделывать в этот, скрипты. То есть наоборот, не, ну, заморочились в кавычках получается. Все, вот если кого-то другого убить здесь посередине, не, по-моему, тут кроме чувака в черном, тут он руки подымет. Он руки подымет. Ну, кстати, мы уже, да, мы уже 100 раз, наверное, играли в эту игру, я вам уже рассказывал. Но тут из черного тут сейчас... А, не, он тут умирает как надо, видите? Все-таки они умирают как надо. Вот этот, вот, кстати, чувак в шляпе тоже умирает как надо, в принципе, в любом месте. Будь то посередине или еще где-то. Ну, заморочились у меня, точнее, наоборот. Вот, поднял голову. То есть, руки поднял. Типа, чуваки, они не умирают. Просто смотрите, вот сейчас вот я вот Ctrl-R нажму. Вот. И у него шляпа остается еще. Да, кстати, вот тут шляпа остается, а когда мы играем. Так, идем дальше. Вот этот чувак. Мы стреляем в любое место, просто вот в любое место. Но я не целился ему в штаны. Допустим, я целился ему в голову, но все равно так, такая вот анимация разная у них. Вот. Вот этот чувак тоже. Попал типа в шляпу. И он поднял голову. То есть получается по-настоящему умирают только вот чувак в сомбреро, самый первый чувак, который бешеный пес из «Назад в будущее 3». Вот этот чувак в сомбреро, вот этот чувак, это, почему-то этого чувака называют русским. Какой же он русский, если он тоже этот ковбой недоделанный. Просто у него шляпа другая. Вот он тоже. Вот три чувака из пяти умирают. Вот. А вот когда вдвоем они, то тут убивают, что один из них не хочет стрелять. И поэтому да, тут надо каждый раз как-то там предугадывать их. Ну, вначале да. И тут, конечно, да, тактика такая, типа, убивать того, кто раньше может выстрелить. То есть 1.30 это типа через 1.5 секунды. Это через секунду 60. За каждую 1/10 секунды дают очки. Вот. Я еще. А, да, еще плюс сверху докидывают. Сумму розыска. Блин, дебил. Вот, видите, этот не захотел стрелять. И все, отошел. Типа ему стыдно с этим чуваком. Я говорил сто раз, похрен. А теперь захотел стрелять. Да ладно! Видите, тут как работает. Получается, вот это вот пополам они экран разделили. И если я случайно попадаю в левый экран, то... То... Да. Мне кажется, удачно можно попасть. Реально, попробовать надо. Сейчас сохранюсь. Ах ты ж, сука, ладно. Не, надо прям очень быстро. Очень быстро.
смысле? Я же в этого стрелял. Да в смысле? Еще быстрее можно. Баунд конкретно максимум быстро. Максимально быстро. Тут прям... Хотя бы так. Хотя бы так. Тебе наоборот надо стрелять же. А за это вот 4000 дадут. Сверху докидывают еще сумму розыска. Вот. Хотя бы до 10 бонус сейчас дойду. А в этого не надо стрелять. Тогда просто это по бырму. Надо очень быстро. Как только он говорит fire, сразу же. О. Можно вообще на ноль. То есть, понимаете, очень быстро выстрелить в него. Хотя бы так. До 10 уровня дошел. Буду стрелять обои. А, тут тоже очки сбрасываются. Еще быстрее можно. Хотя бы так. Один захотел стрелять. Ну, эти подставные чуваки, которые не хотят стрелять. Причем на кратное 11 получилось, прикольно. Что, до 20-го не дохожу и все, хватит. Идет. Подставной, я попал в это. Тут как бы если у них одинаковое время выстрела, то да. Когда, короче, до миллиона доберетесь, то очки сбросятся. Хотя, да не, сбросятся, по любасу сбросятся. И если вы не видите, я сейчас попробую реально сейчас просто дозадрать этих, просто реально всех буду убивать и все, похрен. Блин, что-то за... Ладно. Блядь! Ну-ка, реально, если попробовать сейчас...
выстрелить сначала быстренько вправо, потом влево, ну или наоборот. Ну прям вот быстро, прям вот. Прям вообще максимально быстро. Вот смотрите, вот я вот посередине стреляю, попадаю вправо, влево. А, на то вот так вот. Вот вправо попадаю. Похан. Так есть, так есть. Ага, нельзя в этого стрелять, все вправо. Вот 500 000 уже заработал в этой игре. Они еще, понимаете, чем дальше раунд, тем они дольше думают, стрелять или не стрелять. Я не удивлюсь, если тут будет в итоге, что они вдвоем разойдутся и не надо будет ни в кого стрелять. Но скорее всего нет, один из них все равно выстрелит. Пофиг. Вот это тут через 9. Мне придется еще раз этих убивать. Да в смысле? Испортил весь. Тихо. Ну пофиг. Очень быстро они, суки. Уже 600 000. Ах, ты ж, опять этот не стреляет. Да, в смысле? Видите, одна доля секунды, все. Я уже выиграл. Хотя можно и на нуле успеть выстрелить. Так, 700. Этот всегда очень быстро стреляет, этот оранжевый. Что? 800 уже. Скорее всего не будет стрелять, да? Чё же он за подставной-то хер-то, блин, а? Какой же ты дикий пес, ты какой-то дикий отсос, блин. Почему он не хочет стрелять? Вот это зачастую стреляет один раз, там не захотел стрелять, а теперь хочет стрелять постоянно, сука. А дикий пес просто, я не знаю, почему такое. Вообще, не свойственно ему почему-то, мне кажется. Когда хочет, тогда и стреляет. Ну, блин, это ж суть этой игры, блин. Угадать, кто не выстрелит, кто не выстрелит. Почти как русская рулетка. Кстати, насчет русской рулетки. Есть, кстати, да, реально. Я уже удалил, так что плохо, не надо.
900! Есть русская рулетка на Денди, в которой, короче, там чё? Как правильно, да, там... Мне почему-то сначала я играл со светового пистолета, а потом там можно на джойстике играть. То есть, ну, поняли, на клавиатуре, на клавишах. И вот, то есть, получается, я думал, как они... Там, получается, когда компьютер играет, то он как-то, анимация проходит, что он медленно-медленно выстреливает. И там либо пропадает, промахивается, неважно. А у меня сразу выстреливает. И вот, я как-то, получается, если нажать на выстрел... Как это работает вообще? То есть, можно то ли с запера играть, то ли с этого. Вот. И там два уровня сложности. Один патрон. Или три патрона. Вот. Причем было бы... Причем мне, кстати, всегда казалось, что там не три патрона, а пять. То есть, то вообще... Вероятность выживания 10%, как бы. Или сколько? 10 же, да? Нет. 6%, ну блин, 20, это, если 6, 100 на 6 не делится, без остатка как-то там, 15,3, короче, 15% как-то так, ладно, похрен, чё, дальше идём. Так. Так вот 900 уже, потихоньку. Да блин, еще бы 4 доли секунды, я бы сдох. Так, еще маленько. Да опять этот подставной хрен. Почему ты-то не стреляешь постоянно, а? Ну, не постоянно, а именно на него выпадает момент, когда он не хочет стрелять. Этот хрен чаще стреляет всегда. Чаще и быстрее. Вот, видите, все. Хотя, возможно, если я сейчас специально просру, может быть... Короче, я специально просру, да, ничего не буду делать, как бы. Ну да, все, похрен. Так, вот увидим, сколько у меня очков сейчас. 27400, да? Да! Хотя я явно больше набрал, чем... Чем это... Чем 27400. Миллион! Блять, я даже не знаю, сколько это тут правильно-то посчитать. Типа миллион... 27400, так? Как-то, да? Ну, короче, выполним все пока. Стоп!